Ну, всем здрасте. Ну что, продолжим Max Payne 2 играть. Не обращайте внимания на мой рабочий стол, во что я там играю. Давайте играть. Ставим игру. Класс. Max Payne is a foe from pain. Ага. Так. Просто нормально, а то там как-то вот так вот у меня глючило. Так, звук идет. Игрушки. Переключение. Так, параметры. Звук знакомый. Вот этот. Это же из этого, да? Переключение 9-миллиметрового пистолета. Когда мы там в солдат удачи в первом. А это что? А, музыка на все. Мишение. В АСД. Встать на колено. Прыжок Space использовать. Вот это дополнительная атака. Перезарядка на R. Автоматы. Мыша. Чувствительность. Ну все, короче. Пошли играть дальше. Так, мы завершили где-то, так проверим. Вы меня слышите? Я все должен был включить. О, да, все. Куда это мы тут? Эндрю сказал, что нас догонит. Ну и где он? Я не догоняю. Он сказал, что заберет свои вещи из фургона и догонит нас. А, сапница. Сохранимся. А вы что думали, что я сдамся? Красные ящики, про которые говорили уборщики, были контейнерами со взрывчаткой. Автоматом. Так, закрыто. Чёрт его, иди. Только остается сюда. Thank you.
Вот так. Косяк несу. Макс, я на месте. Ты где? В здании под снос. На краю площадки. Иду наверх. Я на другом конце. Попробую вылезти на крышу и осмотреться. Потом. У меня тут небольшая заварушка. До связи. Так. И что? Мне бы найти эти... Как его называют? Таблетницы. А то уж мне совсем худо. По-моему, самое интересное будет. Миссия. Никак. Его. Держи подарочек! Огонь! Ай-яй-яй-яй-яй! Значит, вот там вот. Убейте его. Еще один. Ха, вот такой вот Макс Пейн. Но должно все работать. И Auxilion должен работать, и воспроизведение. Ну, уж если так, ну извините. Давай. Давай сюда чапай. О. Немножко получше стало. Сохранимся. Тут отдыхает. О, слава яйцам. Жизнь.
куда дальше? Но явно не вниз. Слушай, он говорит мне, что я на этой работе новичок и работаю со всеми цветами, кроме зеленого. И что это, черт побери, значит? Может, символизм такой? Так. Еще один. Еще один, минус один, минус один. Красиво. В укрытие! Красиво. Где еще? Что тут у нас? Экзит. Забаррикадировались. Полицейском участке, когда Мона Сас гранату взял. Болтов есть. Отстранен от дел. В его отношении велось расследование по поводу превышения полномочий Макс и связи Пейн. С САС. В русской школе для слепых каждый знает, что видеть и верить — разные вещи. Наши двери открыты для всех. Что он там говорит? Привет. Вы позвонили в опасные связи. Позвоните 555 киска, когда захотите перейти от слов к делу. Наши девочки ждут вашего звонка. Интерфектум 600 миллиграммов. Сильные средства от сильной боли. Я полицейский. Однажды на дежурстве в меня попал... Да пошел ты в жопу. О! О! Ну все, мне сейчас получше станет. До пяточек. Сохраняемся на F5. Я вокруг, что ли, тут брожу?
А куда мне идти? Не понял. Сейчас будем искать выход. О-о-о! Черт! Я нечаянно гранату бросил. Вот туда. Как туда наверх попасть? Должна быть лестница. Бери это. Козлы. Сукин сын лежит рядом с фургоном с пулей во лбу. Спорим, что ублюдок, который его пришил, еще в здании. Вон там! Ложись! Отходим! Трос! Все, нашел, куда идти. А обратно, что ли? Получается. Автомат Калашников. Немножечко себя подлечим. Но это еще не выход. Просто подлечился. Это тут никак. А-а-а! Это он может прыгнуть. Как красиво прыгнуть. Красивые замашки. Выпустите. Что-то она. Жги, сука. Вот, вот это телевизор. Куда еще можно? Во, где экзит? Там же и можно и войти. Поняли? Как надо идти? Блин. Ну, как Half-Life. Коробка. Испугала меня.
разберитесь с ней. Укрытие! Огонь! Поэтажно. Отвлекающий манёвр сделал. Все. Бум. Как мешок с говном. Упал. Вон там! Мать! Вот так. Там Пейн! Матч! Да, тут Макс Пейн, блин. Тут он... Ты же понимаешь, это типа только через наши трупы. У нас непрошенный гость, а может, и не один. И ни один из них не должен пройти мимо нас живым. Не дайте ему уйти! Свое удовольствие. Разношу тут всех. Свое удовольствие. Нету. Пока мы тут шастали. Хорошо, что я сохранился. Влад сказал, что Ганиити устранял конкурентов. Может, поэтому уборщики напали на мастерскую Влада? В комнате было полным-полно левого оружия. На целую армию хватило бы. Ага. Эти парни неплохо закупились на целую армию. Профи, ничего не скажешь. А вот мне так не кажется. И что бы это могло значить? Что бы это могло значить? Опа! А вниз я могу?
Давай-ка сначала проверим внизу чего. А тут обруб. Это мне подсерпить оружейку. Во! Ну, давай, там. Лежит кое-что. Пока пойдем наверх. Узнать, что тут. Наверное, прыгать надо. Я тут умру, если вниз спущусь. А вызвать лифт. Надо вниз. Тогда может вверх? О, точно вверх. А, повыше. Давай, выходи, тварь. Не суетиться. А это кто были такие? Какой-то спецназ. Это спецназ. И закрыто им. Чтобы не лазили. Граната. Уборщики сбросили кожу. Это была их территория. Им не нужно было больше маскироваться. Повторите. Подкрепление живо! Это значит, сами они
Убей! Уборщики сбросили кожу. Это была их территория. Им не нужно было больше маскироваться. Подтверждаю. Убили их. Какие-то контртеррористы. Может тут что? А, нету. Этих нету. Ох ты. Мешки для трупов. О. Как всегда, все, что мне нужно, знали убитые. И не отмалчивались. Наоборот, они были на редкость красноречивы. Только дай им волю, будут говорить без конца. Спать не дадут своими рассказами. Трупы — свидетельство всех преступлений уборщиков. Ответы на все вопросы за месяц не перелопатить. Мона, не думай, что я спятил. Но мне нужно, чтобы ты вызвала сюда полицию. Точно ты спятил. Я же в бегах, Макс. Только что смылась из кутузки. Но мне правда очень... Катись ты. Мона? Черт. Потеряли Мону. Для друзей. Вся эта уборка заставила меня задуматься. Никогда не... Эй, вон он! Ну, сейчас моего! Нет, стойте! В комнате полно взрывчатки! Не стреляйте! Вот дерьмо! Бежим, бежим! Класс. Макс, что происходит? Сейчас все рванет к черту, вот что. Неожиданно. Неожиданно. Давай. Куда мне идти-то? Куда идти?
Хоть это было и рискованно, я должен был устроить еще один взрыв. И где? Где я должен был устроить взрыв? Ящики с патронами стояли в углу около трещины в стене. Подсказывают про ящики. А-а-а! Понятно, куда надо было идти. Сейчас будем. Ящики с патронами стояли в углу около трещины в стене. Понятно. Гай. Не здесь на рожон, понятно. Инграм есть. Укрытие!
там устроил темную. В стиле Макса Пейна. Погнали дальше. Кто-то горит. Кто-то сгорел. Макс, Макс, что происходит? Макс, Макс, ау, ты меня слышишь? Надо убегать. Тут только если вот так. Слишком. Эй! Бумс. Еще сверху. Дощечкой прибила. Не знаю, чего хотела Мона. Того же, что и я, или нет. Убить тех, кто за ней охотился. Пуля настоящая или воображаемая создавала пути ее синапсов, направляла ее. Она добралась до назначенного на снос дома, когда я был внутри. О чем думала, не знаю. Макс, я на месте. Ты где? В здании под снос, на краю площадки. Иду наверх. Я на другом конце. Попробую вылезти на крышу и осмотреться. Потом. Ой. Теперь за нее играем. О-о-о! За Мону. А что нам делать с телами? Играем за Мону, ребята. Это множество. О-о-о! Босс разберется. Уж доверься его злому изощренному уму. Вот ничего. И снайперка есть. Я то же самое умею делать. Так, а в стиле нее как? Наверх залезть? Косичка у нее прыгает. Как какой-то кусок. Кто здесь? Не дайте ей уйти. Кстати, съела ей. Типа Макс пошел по низу, а мы поверху.
понятнички. Так, тут... Тут каунчон. Угу. Опа. Ага. Какой-то там чувачила. Вау, она колесо делает. Уи! 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 Нож она тебе сейчас задаст. Ах ты, какая гибкость у этой девушки. Назад и влево, и вправо. Класс. Вам нравится? Уи! 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 Давай, заходи. Все. Черт. Это уже плохо. Дайте мне жизнь. Жизнь дайте, козлы. Хоть стрелять.
ранены, то устроили холодные. О! Жизни! Отлично. Нашел. Нашел. Ой, тут еще М5. Калашников. Да-да. Кис Майерс. А знаете, она как в Half-Life, эти, в первой части, там такие были девочки, вот она так же и действует, типа на спецназ. Эти парни неплохо закупились, на целую армию. Профи, ничего не скажешь. А вот мне так не кажется. Чего тут? Куда? Вниз? Ага, вниз. Вопрос выбора. Мона, не думай, что я спятил. Но мне нужно, чтобы ты вызвала сюда полицию. Точно ты спятил. Я же в бегах, Макс. Только что смылась из кутузки. Но мне правда очень... Катись ты. Придурок. Взять ее! Умри! Ящик. Что происходит? Сейчас все рванет к черту, вот что! Макс, черт тебя подери! Огонь! Понятно. Сейчас все рванет. Оба. Ну и сейчас я ему устрою канитила. Иди сюда. Они же знают, что я теперь здесь. На колено. Шлюха тупая. Огонь! Ах ты, блин, огонь на поражение. Убей.
Тут без тщательного сохранения никак. Забрали еще одну таблетницу, отлично. Макс, что происходит? А, вот и он. Вышвырни правила в окно и сам отправишься следом. Макс! Это было не первое мое падение за эту ночь. И все же оно было лишь прелюдией. До самого дна оставалось падать еще долго. Туда, бегом! Макс, гости! Мона, тебе придется позаботиться о них. Мне нужно время. Я не мог жить без нее. Вот это Макс Пейн, я понимаю. Все, yes. Не выйдет, дверь заперта. Отстреливаемся. О! Мне нужно перебраться через двор к другой двери. Прикрой меня. Макс, мне сложно отсюда целиться. Я пройду обратно через здание, чтобы занять позицию получше. Я никуда не тороплюсь. Что, поболтаем еще немного или, может, я пойду? Иди. Так я и думала. Дела были плохи. Единственная надежда была на то, что Мона найдет место с видом на двор и успеет убить этих командос. Мне сложно отсюда целиться. Я пройду обратно через здание, чтобы занять позицию получше. Я никуда не тороплюсь. Что, поболтаем еще немного или, может, я пойду? Иди. Так я и думала. Дела были плохи. Единственная надежда была на то, что Мона найдет место с видом на двор и успеет убить этих командос. Позицию получше. Я никуда не тороплюсь.
Что, поболтаем еще немного или, может, я пойду? Иди. Так я и думала. Это очень сложно. Дела были плохи. Единственная надежда была на то, что Мона найдет место с видом на двор и успеет убить этих командос. Пойду к лесам на другой стороне двора. Все сложнее и сложнее. У меня было мало времени. Я не спускал глаз с лесов, ожидая, когда появится Мона. Эх ты ж! У меня было мало времени. Я не спускал глаз с лесов. Как он так? У меня было мало времени. Я не спускал глаз с лесов, ожидая, когда появится Мона. Мона, это не я, а эти ребята тебя торопят. Макс, я на месте. А куда... убивать? У меня было мало времени. Я не спускал глаз с лесов, ожидая, когда появится Мона. Бля. У меня было мало времени. Я не спускал глаз с лесов, ожидая, когда появится Мона. Уже почти на лесах. Макс, я на месте. Ага. Один на лесах сидит. Мона, это не я, а эти ребята. Макс, я на месте. Ага, вот здесь. Проберусь через здание и встречу тебя там. Все, yes. Прошел. А он ушел. Отлично. Мона, я нашел кое-что, что поставит меня на ноги. А что? Что ты там нашел? А! Смотрите! Лечится. Макс лечится. Пейн лечится. Отлично. Так, а мне, значит, куда? Ну, короче, мы спасли. Пейна спасли. А сами себя спасти не сможем. Как-то сходим ему с Пейном в жизнь.
и себя спасем. Придется искать. Пойдем назад. Проверим сзади. Убежал. Мне за ним надо. А вот где он? Макс, я нашла дорогу. Закон Ябы. Полиция. Должно быть, Мона тоже слышала сирены. Вряд ли ей это понравилось. Копы! Черт тебя побери, Макс. Я же просила тебя не вызывать копов. Как видит Мона, целься в баллоны с газом. На месте. Я найду позицию с другой стороны двора и скажу тебе. Если она не доберется до другой стороны двора, меня убьют. Все было просто. Макс.
Понятночки. Супермен! Оставайся на месте. Я найду позицию с другой стороны двора и скажу тебе. Если она не доберется до другой стороны двора, меня убьют. Все было просто. Ага. Там кто-то... Понятно. Второй этаж. Я тебя прикрою. На месте. Я найду позицию с другой стороны двора и скажу тебе. Если она не доберется до другой стороны двора, меня убьют. Все было просто. О, блин. Оставайся на месте. Я найду позицию с другой стороны двора и скажу тебе. Если она не доберется до другой стороны двора, меня убьют. Все было просто. Ах ты ж, сука. Оставайся на месте. Я найду позицию с другой стороны двора и скажу тебе. Если она не доберется до другой стороны двора, меня убьют. Все было просто. Умри! Ладно, поехали. Внимание, марш! И он побежал. Толпа безумствует. Этого помочь. Заперто. Остался последний шанс. Из двора ведут еще одни ворота как раз под тобой. Встретимся на той стороне. Слушай, Мона, там в павильоне ужасов ты хотела поговорить о том, что случилось. Да. Ну и? Что ну и, Макс? Повтори. Ты пропадаешь. Еще команда. Мона, ты не могла бы... Макс, выйди на связь. Ты меня слышишь? Блин. Ублюдок. Ага. Устроили мне темную. Ну и? Что?
Тону и Макс. Повтори, ты пропадаешь. Еще команда. Мона, ты не могла бы? Макс, выйди на связь. Ты меня слышишь? Ублюдок. Мужики, они такие. Ты чё, пытался залезть? На тебе, прям вот душу. МЧ за тобой? А. Нельзя. Сирены затихли. Мона должна быть рада. Другое место, другой срочный вызов. Ох ты, опять в душу. Люблю такие моменты. И огонь. Блин. О, граната есть. На тебе там. Блин.
Помогаем, короче, Максу Пейну выбраться. О, вот так. Вон, я на краю этой ямы. Я вижу выход. Я на дне ямы. Сейчас найду, как подняться. Хорошо. Команда не хотят, чтобы мы уходили. Попытаюсь их убедить. Блин, добрый слоу-моушен. Дни ямы. Сейчас найду, как подняться. Хорошо. Команда не хотят, чтобы мы уходили. Попытаюсь их убедить. И... Я тут только наверх. Хорошо. Команда не хотят, чтобы мы уходили. Попытаюсь их убедить. Я нашла лифт. Поднимаемся. Да, лифт вижу. Сейчас подойду. Уборщики ушли, наверху все чисто. Стрелять — это всегда выбор. Либо ты жмешь на курок, либо нет. Ага. Стойте. Стойте, подождите. Макс. Макс, не мешай. Ты только все портишь. Тебя отстранили. Она одна из них. Она здесь, чтобы убить меня. Я исполняю свой долг. Она в розыске, я приказываю ей сдаться. Ну, блин. Она сопротивляется, я стреляю. С той же неизбежностью, с какой пуля раздирает тело и кости жертвы, тот, кто спустил курок, разлетается на сотню осколков. Спокойно. Назад, Пейн. Вот что я вижу, оглядываясь. Эти минуты словно слепящий снег. Я погиб и ожил измененным до мозга костей. Нет, Мона. Уинтерсон. Ступай, беги. Мона. Эй, не спеши. Детектив Уинтерсон,
Она ранена! Он упал вниз! Закон ямы. Неважно, сколько времени карабкался наверх, обратно слетишь в один миг. Прощай, американская мечта. Мне снилась жена, что я убил ее ради любовницы. Мы его теряем. Множественные огнестрельные ранения, зрачки расширены, травма головы как минимум. Он в шоке. Две больших капельницы и в реанимацию, быстро. Не реагирует. На нем вообще живого места нет. Мы его теряем. Я выбрал Моно. Оказалось, что потерял. Ты просто ангел, Макс. 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 Сейчас еще во сне будет. Макс. Гулять. О, Макс. Но это мы сделаем дальше. Будем потом играть. Так что спасибо за просмотр. Подписывайтесь, спасибо. Ставьте большой палец вверх моему каналу. Не забываем про колокольчик. Всем спасибо. До свидания.